Приветствую вас на канале Hard Reset Info. И сегодня я покажу, как на устройстве Samsung Galaxy Tab S6 Lite сделать сброс настроек сети. Для этого в первую очередь открываем настройки. Затем переходим в раздел «Общие настройки», «Сброс» и выбираем вторую опцию «Сброс параметров сети». И затем нажимаем «Сброс настроек», «Сбросить», и после этого параметры сети будут сброшены. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И пока.